Перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу, ведь все на зеро, как все на зе флоу. Твоя струя с напором или просто с иглоу. Наш франшиза на шизу, опыт накопленный потом прибьет к полу напором, как струя из трансбойда. Нас учат подставлять другую щеку, когда дали леща. Я не прочь прощать, но никогда бьют по щам. Тут поздняк уже базарить, разводит нам фристайл. В этом плане я больше предпочитаю Майдан. Это Москва, мазафака. Такого сплава хип-хапа тебе вряд ли сварят ботаны из химфака. Не выйти сухим с батла. Под водопадом правды, там где палево и факты. Про палео контакты. Эта струя трушных превращает в плушных, так что лучше этой лужи, остерегайся, друже, она как Eminem. Пятый элемент, уличив момент, может за раз смыть весь ваш эстеблишмент. Горит в это пламя, нет, это не так. Весь твой огонь уберет моя струя. Уберет моя струя, уберет моя струя. Смоет весь твой рэп, и я дам тебе леща. Твой рэп это пламя, нет, это не так. Весь твой огонь уберет моя струя. Уберет моя струя, уберет моя струя. Смоет весь твой рэп, и я дам тебе леща. Дуня! Блядь, ты чё, реально хочешь? Ты чё, реально? Пацаны, спасибо, это вам передали. ДНР зажал! Ты чё, реально хочешь постоять? Наушники, наушники. Слушай, мне интересно. Мне по Серега! Я просто... Да, давай, я подлечусь. Чуть-чуть, прям приезжай. Давай. Ну, давай через год. Ты говоришь, можешь встать прямо сейчас. Ну, объясняй то, что текст я написал 2 недели назад, а заболел накануне, и мне сейчас лучше выпить кружечку тарафлю, было бесполезно. Сейчас уже не хочешь? Тебя? Не, я готов, брат. Но это будет не максимальная история, знаешь, такая вяленькая. Но давай не в полный, как бы это, по приколу, мне интересно. 30%, как всегда. Давай. Все, Левашовский, 13, 8 часов. Ну и, в общем, я согласился при всем моем нежелании драться в этот день, но надо было отвечать за свой базар. Я же не типичный русский рэпер, блядь. Если не уничтожил Дуню, блядь, ему еще сниматься, блядь. Кино, блядь. Дуня был на кассу. Оу, щит. Бля, просто так быстро произошло, он хотел, ну, типа, приехать, но... Вы очень быстро уехали, и все произошло очень быстро. Пока я ехал в тачке до места, друзья Дикого Ди меня стращали, что он реально дикий. Последние полгода активно тренировался в зале. Делал на битах, мои панчи летят. Каждая строка, будто тяжелый снаряд. Моя банда готова порвать тебя, добрать твой хайп и надрать твой зад. Поэтому я ехал с полной уверенностью, что сегодня мне помнут кабину, и я наполучаю пощечину. По договоренности мы должны были провести 3 раунда по 2 минуты с смешанным стилем и никаких правил. Так как произошло все спонтанно, естественно, у меня не было никакой экипировки и защиты, у Димы она была, а у меня даже не было одежды, поэтому спасибо братухе Димаста, который одолжил мне шорты. Ну а капа — это вещь сугубо индивидуальная, пришлось без нее, зато у меня есть мама-стоматолог, и она может пофиксить все мои сколости, трещинки и разбитости. Не впервой. Конечно, в первом раунде Дима меня разматывал по полной. Я ловил смачный панч в свой таблет, я валялся на канатах. В общем, все в лучших традициях Рокки-Бальбоа. Я люблю такое, но даже когда я просил его: «Воу-воу, мэн, полегче, 30%, остановись!» Дима продолжал наваливать, и, в принципе, понятно, какого результата он хотел достигнуть. Но с божьей помощью я не прилег, и видно, в принципе, как между первым и вторым раундом, как хладнокровен, спокойно уверен в себе Дима, и как подзатрахан я. Но сдаваться не наш метод, особенно когда заварушка началась. И я понимал, что где второй раунд, то там и третий. И тут... Может, организм подсобрался или открылось второе дыхание. И я постарался выдать все, что было в моих силах на тот момент. Самого видеобоя у меня нет. Снимали только парни Димасты. Да и плюс мы договаривались вроде без видосов. А только без камеры. Да нет, ты бы разъебал. Да. А так прыгнуть, да,
интересно. Давай. Зато у меня есть фотографии, которые сделал фотограф Илья, и они очень высокохудожественно передают суть всего происходящего. И я сделал такой небольшой фоторепортаж под наш совместный трек с Димой годовалой давности, что мне кажется очень символично, и текст материализовался спустя год. Check this out, guys. Приколись. Этот трек с хэштегом «Путь струи» hosted by Negger. Рэперки сосут залп, как энергию эгрегор. Пламенный привет коллегам, коннектим так крайне редко. Эх, подогреть бы весь цех, но на всех не хватит ореха. Йоу, ведь все на зеро, как все на зе флоу. Твоя струя с напором или просто сыкло? У нас франшиза на шизу, опыт накопленный потом прибьет к полу напором, как струя из бронзбойда. Нас учит подставлять другую щеку, когда дали леща. Я не прочь прощать, но никогда бьют по щам. Тут поздняк уже базарит, разводит на фристайл. В этом плане я больше предпочитаю майта, это Москва. Мазафака, такого сплава хип-хапа тебе вряд ли сварят ботаны из химфака. Не выйти сухим с батла под водопадом правды, там где палево и факты про палеоконтакты. Эта струя трушных превращает в блушных, так что лучше этой лужи остерегайся, дружи. Она как Eminem, пятый элемент, уличив момент, может за раз мыть весь ваш эстеблишмент. Город — это пламя, нет, это не так. Весь твой огонь уберет моя струя. Уберет моя струя, уберет моя струя. Смоет весь твой рэп, и я дам тебе леща. Твой рэп — это пламя, нет, это не так. Весь твой огонь уберет моя струя. Уберет моя струя, уберет моя струя. Смоет весь твой рэп, и я дам тебе леща. Ну и как вы заметили, по истечению 3 раундов оба остались на ногах, пожали друг другу руки и разошлись на респекте. Это было круто. Адреналинчик, бойцовский клуб, все как надо. Подобных прецедентов я что-то не припомню в истории русского рэпа, да и вообще в рэпе. Больше об этом всегда было трёпа, и я не помню такого, чтобы чуваки после батла забились поехать в зал, разобраться еще чисто на спортивном интересе, поработать. И открыли сезон рэп-микс-файтов, так что, ребята, присоединяйтесь. Дима, как я тебе говорил тогда, так и повторю сейчас, что мы можем легко это повторить, только по всей логике вещей уже я имею право назвать место и время. Раз мы батлились уже на слово, то реванш мы можем провести на Версусе. Если, конечно, Санек Тимарцев не испугается нашего ноу-хау, нововведения, я предлагаю один раунд сделать без бита, второй с битом, а третий мы одеваем перчатки и устраиваем честный бой, микс-файт. Не первый год читаю в комментариях под батлом, когда же они уже подерутся. И мне кажется, те, кто сделает это первыми, сорвут максимальное количество хайпа. И будет минимум 10 миллионов просмотров. А где 10 миллионов просмотров, то там огромное количество спонсоров интеграции, больших денег. Дима, я обращаюсь сейчас к тебе. Ты же хаслер, ты любишь деньги, рэп это хасл, поэтому соглашайся, давай сделаем матч-реванш, подготовимся и к батлу, подготовимся к поединку. Я тебе обещаю, что в этот раз я не буду болеть. Think about it. Hustle, man! Ну что, нормально завернул? Это еще что, вот сейчас будет действительно исторический щит. При всей моей безграничной любви к городу Санкт-Петербург, мне каждый раз ездить туда на батл достаточно накладно, да и для моих друзей. А вы знаете моих друзей. Поэтому я, Александр Пархоменко, московский MC с опытом батлов более 15 лет, и мои опытные коллеги-батловики официально вызывают Питер на битву столиц, где мы оспорим ваше право называться батловой столицей России. You know? Предлагаю вам собрать сборную, состоящую из 10 ваших сильнейших MC. Мы, в свою очередь, сделаем то же самое и сразиться в конце лета в Москве. Уверен, это будет интересно и как минимум полезно для развития бэтл-культуры. Кстати, Оксимирон, ты же ленинградец и еще с недавних пор ментор. Может, возьмешь на себя эту функцию? А я на себя возьму оборону Москвы. Будет легендарная битва. Мой стиль крейзи, непредсказуем, как ноунейм экстази. Дуня MC, группа смерти, страх и ненависть на Версусе.